Всем привет, друзья! В эфире мега крутая распаковка. Погнали! Так, взял себе пасту такую. Обычно я беру лесной бальзам, но не было. Вот такой актив 99 рублей 99 копеек. Так, дальше. Также твистер взял. Пока акция у них 64 рубля 99 копеек. Вот со вкусом сыра. Кстати, вкуснее, чем Лейс, мне больше понравилось. Опять взял, потому что акции именно взял, был другие вкусы, но на другие вкусы не было акции, так что, короче, погнали. Салат листовой, классно, салат листовой, 58 рублей 99 копеек, салат листовой. Так, дальше что у нас, майонез провансаль, стоит 58 рублей 99 ежк, крутой майонез. Так, капуста белокочанная для моих крутых салатов. Вот, стоит она 58 рублей 99 копеек, блин, так же как майонез вышел. Корм Китикет, сколько, 21, салат листовой, да, во, капуста стоит, вышла на 34 рубля и 8 копеек. Вот, корм Китикет 17 рублей 90 что-то. Так, 17 рублей 99 копеек. За 2 штуки 35 рублей 98 копеек. Хлеб ржаной стоит 35 рублей 98 копеек. О, хлеб такой взял. Так, дальше что? Огурец вышел на 27 рублей 99 копеек. Также что? Блин. Сельдь взял, селедку, вот 139. Сельдь вот такая вот в масле. Сельдь у нас стоит 139 рублей 99 копеек. Лук красный стоит 12 рублей 64 копейки. А нет, тут я перепутал, получается. Огурец стоит 15 рублей 12 копеек, а хлеб стоит 27 рублей 99 копеек. Сеть магазинов Пятерочка выручает. Общая сумма вышла на 600 рублей 97 копеек. Вот. На этом разбор все закончен. Крутой.